Не по-весеннему холодно. Переменная облачность и до плюс 7 днем сегодня было в Канске. В ночь с пятницы на субботу синоптики обещают понижение температуры до минус 2 градусов. Управление ГУ и ЧС администрации Канска предупреждает о значительном усилении ветра. 19 мая днем и ночью 20 мая ожидается очень сильный западный ветер. Порывы 15-20 метров в секунду. Местами 22-27 метров в секунду.